Сразу 6 призовых мест заняли кудаисты из Иваново на чемпионате ЦФО. Соревнования проходили в минувшие выходные в Рыбинске Ярославской области. Но бились спортсмены даже не за медали. На кону было участие в главном первенстве страны – чемпионате России. У нас участвовало 10 спортсменов. Из них 5 спортсменов завоевали право участвовать на первенстве России. То есть у нас было 2 золотые медали и 3 серебряные, 1 бронзовая. То есть, ну, попадали только первые и вторые места. Естественно, у нас 5 человек завоевали право быть, как сказать, представителем Ивановской области на таком серьезном событии. В категории свыше 250 единиц первое место занял Алан. Встречу с ним на татами кое-кто из противников еще долго не сможет забыть. Первый бой у меня прошел не очень красочно. Во втором бою я сломал сопернику своему руку, его сразу отвели в медпункт. И потом у него рука не отходила. Быстрее всего это очень сложный перелом у него. На предстоящем первенстве страны Алан тоже готов не жалеть сил для соперников, но надеется обойтись без травм. Еще одна золотая награда досталась Вике. Спортсменка не впервые будет представлять Ивановскую область на таком крупном турнире. Дважды она уже завоевывала титул чемпионки России. Впереди новые бои и новые соперницы. Цель спортсменки – подтвердить свой титул и в третий раз привезти в Иваново золото. Я считаю, что я готова, но все равно готовиться надо дальше. Идти дома готовиться, на тренировках готовиться, тренеров слушать. В семье Вики теперь 2 победителя. Ее младший брат Илья с чемпионата ЦФО вернулся с серебряной наградой. В финале спортсмену немного не хватило упорства. Но теперь Илья получил возможность сделать работу над ошибками. Тем более для подготовки еще есть время. Я на ЦФО подготовился за 12 дней. Вот, так как раньше я ничего не делал, просто ленился. Вот, а за эти 12 дней я подготовил ЦФО, выиграл своего злейшего соперника. И на Россию я планирую, мне месяц, наверное, будет больше хватать, чем 12 дней. Подготовлюсь, возьму, наверное, золото. Влад тоже привез из Ярославской области серебряную медаль. На чемпионате России уже участвовал в прошлом году, но немного не повезло. Зато теперь спортсмен не сомневается. Если сумеет побороть волнение, то победит и противников. Волнение очень сильно, но побороть можно. И уже когда выходишь на бой, страха нет. Эльвин второе место занял благодаря усердным тренировкам. Теперь, когда предстоит защищать спортивную честь региона, готов выкладываться на 100%. Уж очень хочется стать чемпионом России. Да, я готов ночевать в зале. Нужно тренироваться каждый день, чтобы добиться результата. И мы будем это делать. Усиленные тренировки с наставником, чемпионом мира Эдгаром Коляном уже в самом разгаре. Необходимо поддерживать форму и разработать тактику боя, основанную только на сильных сторонах каждого спортсмена. До первенства страны осталось меньше месяца. Счет уже пошел на дни. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.